Всем привет! Итак, сегодня буду делать хоу. Первый хоу на моем, канале. Я тут походила по магазам. Сегодня, вчера, позавчера, в общем, можно сказать... Так, музыка у нас слишком громко. В общем, короче, я понакупила кучу всякой всячины. Да, давненько на моем канале не было видео. Так, ну и первое, что я купила, это резиночки, такие пружинки. Вот. Они стоят 25 рублей. Да, видео не спонсированное, не рекламное. Я ничего не рекламирую. Везде все эти резиночки, пружинки. Типа ничего волосы не дерет. Волосы действительно не дерет. Ни одного волоса они мне не выдрали. Вот они новые даже еще с этикетками. Но дело в том, что они цапают волосы. Просто вот так вот взять, потянуть, снять резинку нереально. Ее надо распутать. И потом она растягивается и вот не шибко сильно сжимается. Вот. Вот. Но они классные, яркие. Можно как браслетики использовать. В подружке они стоят где-то 100 рублей маленькие, а большие стоят где-то около 200. У нас в Луке Радуги в соседнем косметическом магазине стоили 25 рублей. Ну, по-моему, это нормально. Да, 25-50. Такие классные резиночки в хозяйстве потребуются. Так, следующим моим приобретением была гигиеническая губная помада. Галант Косметик. В общем, неважно. Лимончик такой вот. Она хорошенькая. Пахнет лимончиком таким хорошим. Ну, как мармелад лимонный. Бесцветная, вкусная такая. Есть охота. Вот. Просто у меня старая заканчивается, и у нее весь корпус уже потрескался. Да, следующим моим приобретением был карандаш для подводки глаз. Это у меня Белла Агги, Италия. Да, ну я не знаю, я просто пришла и купила первый попавшийся, самый дешевый черный карандаш, вот так он выглядит. Вот, классненький такой, хорошо рисует, легко. То есть вот, смотрите. Вот, у меня уже был Севрой, но он как-то тяжело рисовал. И он куда-то делся, да. Сегодня я купила еще себе розовый карандаш для губ. Он вот такой вот нежно-розовый. Камера немножко все по-другому передает. Они такие мягкие, мне это очень нравится. А еще я купила целую кучу лаков. Вот, в такой же компании у меня есть фиолетовый лак. Вот, у них очень удобная широкая кисточка. Еще я в подружке купила лаки Pink Up. У меня подруга их очень любит, но у них есть один минус. Такой вот нежно-розовый и вот такой беленький. Но у них есть один очень большой минус. У них очень узкая кисточка. То есть, вот, смотрите. Видите, кисточка очень узкая. И просто, когда по ногтю водишь, то очень неудобно, она очень мало захватывает. Вот у вот этой компании, как она, Jim Michel. В общем, я... Ну, в общем, я люблю, вот, у меня, по-моему, Glamour G-Rose. Вот там удобнее кисточка. И вот здесь, вот видите, она широкая такая. И розовым лаком, розовый лак у меня тоже был. Тоже широко быстро сохнущий, вот. Еще я купила себе какой-то вообще Level, вообще неизвестная какая-то компания. Просто там у них на скидка на них что-нибудь была, 32 рубля баночка, но я купила себе розовый лак. Вот такой вот он. Очень классненький. Еще даже не красилась. Вот, и средство для по уходу за ногтями. Я думала, что он будет с розовым оттенком, но потом оказалось просто... Просто бесцветный. Выглядит как бесцветный лак, но вот как ухаживающее средство. Вот. Ну, а еще, естественно, вы видите у меня... Ну, фон у меня промятый, прошу прощения, его надо было погладить. Вот. А еще я купила себе шарики. Вот. 5 штук за 10 рублей. Ну, во влоге я об этом говорила, но влог я еще не смонтировала и не выложила. Да. Классные шарики. Мне нравится. Я их долго искала, и, кстати, в этом холле будет лайфхак. Да, способ закрепления шарика. У меня есть специальные резиночки для плетения, у меня их куча, ну, плести я не плету. Вот, а вот как использовать как закреплялку для волос, там, или для шариков очень удобно оказалось. Вот. Да, ну, правда, тугие шарики не надуешь.
Вот, в общем, я думаю, на сегодня это все. Сейчас я еще сниму пару видео. Я надеюсь, хоу вам понравился. Пишите, какие вам больше всего понравились продукты из ныне показанных. Пишите, какие цвета лаков вы больше предпочитаете. И просто пишите комментарии. Я всегда об этом прошу, но мало кто к этому прислушивается. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, ждите новых видео. Я надеюсь, новые видео теперь будут выходить часто, но, в принципе, сегодня 31 августа, и скоро в школу, и вообще некогда снимать. Всем пока-пока, до новых встреч!